Пристальное внимание правоохранители уделяют транспорту и организациям, задействованным в перевозке пассажиров, а также состоянию улично-дорожной сети на маршрутах общественного транспорта. Проверяют и автобусы экскурсионных организаций санаторно-курортной сети. На особом контроле госавтоинспекции автобусы для перевозки детей. Инспекторами только за один месяц выявлено 47 нарушений, из них 7 допущены должностными лицами и 40 водителями автобусов. 11 административных материалов было составлено за управление неисправным транспортом и из-за незаконно установленный опознавательный знак «Инвалид».